Жабинка. Уже сегодня об этом городе мы говорим как о городе-спутнике Бреста. Здесь строятся новые жилищные комплексы, объекты социальной сферы, растет количество жителей. Это город с огромным будущим, город, в котором сохраняется память о тех людях, которые дали эту возможность – жить под мирным небом. Практически в самом сердце районного центра стоит памятник, у подножия которого всегда стоят цветы и возлагаются венки. В память о героях Великой Отечественной войны, в День народного единства, у мемориала советским воинам и партизанам прошел митинг. Говорили о прошлом, о настоящем и, конечно, о будущем. Государственный праздник День народного единства символизирует сплоченность нашего народа, подчеркивает преемственность поколений и причастность каждого из нас к судьбе нашей Родины. Наша страна имеет славную историю, наполненную приятными событиями, а будущее, конечно же, зависит только от нас. И сегодня только вместе мы сможем строить прекрасную, процветающую нашу любимую Беларусь. День народного единства. В самом сочетании этих слов заключен глобальный смысл. Народ белорусский должен быть един в своих помыслах, в желании жить в свободной и суверенной стране. И в честь этого праздника жабинковцы организовали патриотический забег. В честь такого замечательного государственного праздника мы собрались с нашими спортсменами из нашей специально специализированной детско-юношеской школы, трудовыми коллективами, правоохранительным блоком и решили устроить патриотический забег протяженностью в 3 километра. Я сам уроженец города Жабинки, но уехал потом, я военный. То есть я считаю, что этот праздник необходим, очень даже, потому что день единения наших западных и восточных областей привели к единому созданию единого молодого государства нашего, Республики Беларусь. Ну и, во-первых, во-вторых, это воспитание молодежи, молодого пополнения. Мы, как старшее поколение, уже мы прошли такой путь. Долго я сам участник боевых действий в Афганистане, знаю, что такое мир. И понимаю, что сейчас вокруг нашего государства творится. Поэтому я считаю, праздник этот необходим. Мы хотим, чтобы наши дети знали историю нашей страны. То есть мы хотим, чтобы они приобщались к нашему мировоззрению. То есть, ну, чтобы мы были всей семьей. Вообще замечательный праздник. Я считаю, что как бы в нашей стране правильно делают, что вспоминают вот такие серьезные даты, которые важны, наверное, для каждого. И, ну, тем более здесь, для вот этой нашей территории, как бы это же было событие, которое как бы помогло соединиться семьям, помогло соединиться людям, друзьям все вместе. Поэтому я считаю, что, ну, вот сегодняшний день и погода способствует тому, чтобы было хорошее настроение. Праздник замечательный, забег замечательный, ваши коллективы встретились. Дорогие, ну, очень хорошее мероприятие. Как апогей праздничных мероприятий, награждение тружеников Жабинковского района и концерт в честь суверенной Беларуси во славу белорусского народа. Я хочу пожелать в этот замечательный праздник всем добра, мира, здоровья, благосостояния и, конечно же, процветания. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.